Приветствую вас. Мне кажется, что бороться как минимум вам ничем не нужно. Вот, мне кажется, что вообще худшее, что вы можете сделать, это бороться. Вот. Но мне в то же время кажется, что ваша эмоциональность в купе с тем, что какие-то вещи вы себе явно не замечаете, вот, например, вы не говорите, из-за чего вы поссорились, из-за чего вы расстались с молодым человеком, из-за чего вы поссорились, этого ничего вы не говорите, хотя вообще-то это очень важный момент, вообще это очень-очень важный момент, но вы об этом почему-то ничего не говорите, а вот такое ощущение, что это не важно, вот. Значит, это порождает, как мне кажется, вот ощущение того, что вы как будто бы чувствуете себя, ну, чувствуете, что вы хуже из-за того, что мужчина предпочел другую женщину. Не важно, причем предпочел другую женщину гораздо, ну, по вашему мнению, гораздо хуже, чем, ну, чем вы. Вот, то есть вы имеете склонность такую, как сравнение, вы имеете склонность сравнивать. Вот, то есть это есть то, что у вас выливается в собственничество. Ну, по крайней мере, то, что вы называете собственничеством. Я думаю, что это немножко другое, но тем не менее, не так это важно. Вот. Значит, с этого, мне кажется, нужно начать. Дальше. Вы говорите о том, что значит, расстались своим молодым человеком, это, безусловно, травма. То есть, ну, я надеюсь, что вы ну, понимаете или отдаете себе отчет в том, что это довольно серьезная такая, ну, даже как сказать, не проблема, да, а просто расставание, это всегда травма. И вот этот момент расставания, он, как мне кажется, конечно, достаточно болезненно. То есть, ну, вы его, не пережили до конца, как бы, то, что мне, как мне кажется, вы его не пережили до конца, вот, и, соответственно, из этого вам, ну, в том числе из этого вам, достаточно плохо, то, что вы не пережили этот момент, вам плохо сейчас, вот. Ага, тут есть важный момент для себя. Это прощать, если вы расстались. Или решить, что хотите что-то менять. Вот. Ну, например, хотите что-то исправить,
например, ну, не обязательно, конечно, прям так делать, да, не обязательно прям постараться исправлять, но если у вас такое желание есть, то почему бы нет. Вот. А это такой тоже достаточно важный, как мне кажется, момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Как мне представляется, конечно, как мне кажется. Вот. Я не претендую на истину, вот. Ну, безусловно, но мне видится ситуация такая. Вот. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что вы, как мне кажется, вот, знаете, как будто бы склонны, что ли, зажимать свои чувства. То есть как будто бы вы склонны, ну, как вам сказать, как будто бы склонны не выражать свои чувства тогда, когда вам хочется это сделать. Мне кажется, это такой достаточно важный момент. Попробую вам пояснить. Попробую пояснить, почему. Да, потому что потом, рано или поздно, вам захочется высказаться. Потом, рано или поздно, вам захочется выразить свои чувства, потом рано или поздно вам захочется ваши чувства как-то вот, ну, выплеснуть, это нормально, вот, а это получится у вас сделать довольно-таки агрессивно, потому что много раз вы, достаточно много раз вы, как бы, зажимали себя. Вот. И, соответственно, любое зажатие, любой зажим приводит как раз именно вот к таким весьма неприятным моментам, а именно то, что вы впиливаете. Вот. Мне кажется, что ну, вот это вот сдерживание себя, да, вот, ну, то, что условно, то, что вы себя сдерживаете, мне кажется, это вам идет не на пользу. Явно вам это не на пользу. Вот, необходимо учиться не сдерживаться. При этом важно понимать, что я имею в виду. Не высказывать человеку то, что вы думаете, условно говоря, о нем, да, это, ну, все-таки, я бы сказал, такое, наверное, больше агрессивное поведение, вот. Агрессивное поведение, как правило, всегда вызывает желание защищаться, что, мне кажется, вполне естественно и вполне нормально. Не знаю, как вам, но мне кажется, это вполне нормально, вполне естественно. Вполне естественно, что, ну, что вызывает это желание
сопротивляться, вызывает это желание защищаться, вызывает это какое-то желание, ну, может быть, агрессировать в ответ. Хотя это, в общем-то, никогда не приводит ни к чему хорошему. Ну, я думаю, что мне почему-то кажется, что вы сами об этом, в принципе, знаете. То есть я не думаю, что для вас это прям какая-то такая, ну, какая-то новость прям. Вот. Поэтому важно выражать свои чувства, важно выражать свои эмоции, свои переживания, да, именно так, чтобы с одной стороны вы их сами адекватно переживали, чтобы вы сами адекватно с ними обращались, чтобы вы не чувствовали себя обделённой, чтобы не чувствовали себя зажатой, чтобы не чувствовали себя там, ну, ненужной и так далее, да, то есть все вот это вот рэкетное чувство. С другой стороны, чтобы человек не чувствовал, что вы на него нападаете. А с третьей стороны, чтобы вы давали ему возможность реагировать на, ну, вот на ваше проявление, да, на ваши эмоции, то, что вы эмоционально, это хорошо. То есть это неплохо, это здорово, то, что вы эмоционально. Теперь осталось только вашими эмоциями пользоваться так, чтобы это, ну, грубо говоря, чтобы это было хорошо, чтобы вам это было, ну, как бы, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы чувствовали себя комфортно в этом, чтобы вы, ну, как так сказать, чтобы вы чувствовали удовлетворение. Вот, я думаю, так примерно можно вам на это ответить. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Вот, понятно, что могут быть варианты, понятно, что могут быть разные моменты, это все, безусловно, понятно. Вот, ну, то есть, вот если мы говорим так, то вот я бы вам ответил примерно в таком бы вот ключе, наверное. Вот, я бы ответил вам примерно в таком аспекте. Вот. А при этом я, конечно, понимаю, что что-то вам может не подходить. Вот, я понимаю, что что-то вы можете не принять, это, в принципе, вполне нормально. Я не требую от вас и не жду, что вы все примете и так далее, все там, как бы, ну, что вы совсем согласитесь со мной. Вот, мне кажется, это, в принципе, и не надо. Вот. Ну, для, так сказать, успешности нашего с вами дела. Вот. Что, сейчас вам больно, сейчас вам тяжело, сейчас вы чувствуете себя, ну, наверное, очень плохо, вот, но вы об этом, в принципе, и сами говорите, что вы чувствуете себя плохо, вот, поэтому мне так кажется, что имеет смысл в этом направлении
поработать. То есть, ну, просто вот вам для начала это все прожить. Вот, естественно, поторопиться что-то высказывать человеку, торопиться что-то говорить ему я бы не рекомендовал. Ну, ничего хорошего, просто так, как мне кажется, из этого не получится. Ничего хорошего из этого просто не будет. Вы просто не получите какого-то удовлетворения от этого, по моему мнению. Вот, естественно, я могу быть неправ, естественно, я могу ошибаться. Вот, вы все равно решите, ну, вы все равно решаете сами, как вам поступать, да? Это нормально. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать. Вот, в принципе, то, что, наверное, я хотел бы вам ответить. Вот. Значит, что еще? Вы пишете, значит, для чего человек это делает, да? То есть вот, может не быть легче, если я выскажусь. Будет легче, но будет легче, но это не решает проблему. Вот. То есть это нужно понимать, что через агрессирование, а это, к сожалению, именно агрессирование. Вот, ну, как бы да, облегчение достигается, но легче становится ненадолго, к сожалению, потом опять становится тяжелее. Так, или это специально на показ для него больнее будет, если я пример. Вот смотрите, сейчас Наталья, вы хотите человеку, условно говоря, отомстить. Вот. Я не думаю, что вместо она вам поможет отомстить. Мы всегда тем людям, которые, как нам кажется, существует. А на самом деле этих людей нет. На самом деле те люди, которые как нам кажется, существуют, на самом деле они не существуют, к сожалению. На самом деле этих людей нет. Ну, то есть, ну, в прямом смысле слова их нет, потому что, ну, мы себе вот как бы придумали этот образ, к сожалению. Вот, другой вопрос, на который я хотел бы, конечно, вот, поискать ответ, да, может быть, это вопрос о том, как получилось, вот, как получилось так, что вы создали, построили такого человека, то есть, ну, человек, который не совсем реальный. То есть это вот, мне кажется, довольно такая важная история, мне кажется. Вот. Ну, если вы хотите в себя разобраться, то на этот вопрос важно, конечно, поискать ответ, потому что сама по себе, да, проблема не решится. Вот, сама по себе проблема не решится и не уйдет к, ну,
к сожалению. Вот, поэтому нужно как-то вот, ну, какие-то усилия, да, нужно будет приложить для того, чтобы разобраться в том, что вот с вами происходит, в том, что вы хотите, в том, что как вы отношения с, ну, вот, с мужчинами устраиваете, да? То есть это вот все довольно-таки важно, как мне кажется. Как мне кажется, безусловно. Вот, я надеюсь, только что вам это интересно было. Вот. То, что хотел бы я на данный момент вам сказать и ответить. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы, надеюсь, что вам это ну, поможет решить проблематику, которая у вас имеет место быть. Вот. Ну и не оставляйте, ну, как бы не оставляйте себя наедине с проблемой, да, вот. Значит, обратитесь к психологу, обратитесь к психотерапевту, вот, для того, чтобы вам могли оказать помощь, чтобы вот в том, чтобы вы, ну, хотя бы, чтобы вы прожили, либо чтобы вы прожили, чтобы вы смогли прожить свою боль, вот, которая у вас сейчас есть, вот, чтобы вы не старались с этой болью наедине, вот, и чтобы вы могли увидеть, что вам делать дальше, вот, а не жить, значит, какой-то такой надеждой, да, на то, ну, надеждой на то, чтобы человеку отомстить. То есть, ну, мне очень грустно как-то вот осознавать, что вы можете потратить свое время на то, чтобы, ну, стараться отомстить человеку, делать что-то вместе и так далее. Вот. То есть я понимаю, что у вас травма, безусловно, понимаю, что вы, ну, скорее всего, травмированы расставанием, вот, особенно если вы были привязаны к человеку достаточно сильно, вот, но, к сожалению, наверное, можно так сказать, что это было, ну, как бы, наверное, это было неизбежно, вот, то, что произошло, потому что вы, на мой взгляд, отказывались замечать вещи, которые, ну, достаточно важны были, да, то есть, ну, отказывались замечать некоторые проблемы, скажем так, вот, отказывались замечать некоторые проблемы, и в итоге это привело вот к, ну, вот, к этим вот сложностям.
Вот. Я вас не хочу ни в чем обвинять. Нет всякого сомнения. Не хочу вас обвинять, чтобы вы думали, что вы виноваты. Нет, просто когда человек чувствует, что он интереснее другому, чем сам тот человек в себе, да, вот, то волей-неволей начинаются некоторые проблемы. Плюс у вас отношения выстраивались, ну, по довольно такой, как мне кажется, ну, не знаю, не очень, не очень, не очень зрелой, что ли, модели, вот. Когда вы, например, расстаётся, начинает кому-то писать, начинает с кем-то общаться, потом вы, ну, как бы миритесь, вот, не очень понятно, как бы, к какому решению вы приходите. Вот, ну и дальше все вот примерно вот такой вот по нарастающей только. Вот, поэтому я думаю, что проблематика здесь, ну просто неизбежно была. Вот, и как бы, ну, к сожалению, это почти нормально, что вы расстались. Безусловно, жаль, ну, безусловно, жаль, когда любые пары расстаются, это всегда очень, ну, грустно. Вот, но если вы уделите внимание работе над собой, да, то это может стать последним таким вот негативным опытом в вашей жизни. Вот. И напротив, если вы не захотите с собой работать, то это может повториться, потому что ваши проблемы могут остаться. Вот. К сожалению. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я буду ждать от вас отклик. Вот. Обратную связь какую-то хотел бы получить. Желаю вам всего самого доброго.